Приветствую, друзья, с вами TikTok Мир. Сегодня так называемый ретро-обзор. Напомню, что ретро-обзором я называю обзор тех часов, которые уже не продаются в свободной продаже. Купить их новыми практически невозможно. Один шанс, можно сказать, на миллион. Встретить достойную БУ, да вообще встретить БУ очень и очень затруднительно. И одной из таких моделей является модель WZ2031DV. Классическая модель Orient Star, которая не выпускается, уже не продается в свободной продаже с 2015 года. И вы знаете, встретить эти часы в БУ состоянии и в хорошем БУ состоянии, модель, которую вы видите на экране, я купил, практически ожидая полтора года эти часы, то есть на рынке они вообще не появлялись. Хотя люди постоянно спрашивают эту модель, и вот скоро наконец-то она поедет к своему новому владельцу, который долго ждал эти часы, эту обалденную модель. Почему ее все любят, что особенно в этих часах, хотя на первый взгляд они выглядят как бы простоватенько, это очень красивый синий циферблат. До сих пор в модельной линейке Orient Star японской нету хорошего синего циферблата. Да, есть много разных часов, в том числе GMT-шные, с открытым балансом, классические синие, даже титановый синий, много всего есть, но именно хорошего, красивого, как было здесь, такого, к сожалению, нет. Это действительно очень красивый синий циферблат, поверьте мне на слово. Краткие технические характеристики следующие. Стальная модель, сапфировое стекло, диаметр по безелю без заводной головки 38 мм, толщина 17,7 мм, водозащита 50 метров. Вес составляет порядка 100 грамм, что для браслетных стальных часов, собственно, обычное явление. Калибр механический, модель собрана в Японии, сделана в Японии. Застежка раскладывающаяся, стальная, качественная, вопросов нет. Задняя крышка, вы видите, прозрачная, можно наблюдать за работой механизма. Калибр 40-750, 22 камня, запас хода 40 часов, может быть чуть больше. Декорирован только ротор, все остальное практически в нетронутом виде. Это, знаете, характерно для механических японских часов, даже для самых дорогих. На стрелках и метках нанесен люминофор, нанесен он очень аккуратно. Вы видите такие точки, которые светят в темноте, и стрелки мечи с люминофором. Действительно хорошее сочетание, очень аккуратные, интересные часы. Дата на белом фоне, я думаю, на черном она здесь бы не смотрелась, поскольку синий циферблат все-таки с черной датой была бы какая-то безвкусица, наверное. Рифленая заводная головка с логотипом Orient Star, практически полностью глянцевый корпус, вот центральная только часть матовая, и браслет матовый с глянцевыми вставками. Эта модель у меня в руках бушная. Выпущена она аж в 2012 году, но перед покупкой сделали в Японии техобслуживание, идут они точно и стабильно. Практически новое состояние, по корпусу вообще никаких вопросов нет. Единственное, почему-то затерся браслет, вот в местах стыков, почему я даже не знаю, как вам показать. Плохо видно на самом деле, на фотографиях видно хорошо. Почему затерся, непонятно, возможно, владелец его вообще снимал, и он как-то лежал неаккуратно и со временем затерся. И, возможно, носились часы исключительно на ремне. Кстати, на синем ремне они очень классно смотрятся. Я пробовал прикладывать синий ремень, ну, по-моему, на мой взгляд, вполне себе неплохо. Давайте еще раз полюбуемся на красоту синего циферблата и, в общем-то, будем заканчивать. Часы, на первый взгляд, непримечательные, но очень красивые. И, конечно, жаль, что сняли их с производства. Сменщики, которые пришли с референсом WZ2021-3111AC с черным, бежевым, синим и коричневым таким шоколадным циферблатом, конечно, не дотягивают до этой модели, и очень жаль, что сняли. Кстати, были модели в таком корпусе с черным, белым и красным циферблатом. Вот такой вот покер создала компания Orient. А перед тем, как пожелать вам хорошего настроения и отличных часов, скажу, что именно с этой модели, именно вот модели WZ2031DV, началось мое знакомство исключительно с внутрияпонскими часами, с маркой Orient Star, и, собственно, то, во что все это переросло в сайт, в YouTube-канал, во многом благодаря именно этой модели. То есть была куплена эта модель, зеленый альпинист и еще один Orient, который в итоге мне совершенно не понравился. Но две другие модели, синий старый и зеленый Tarbon 017 альпинисты, очень понравились. И все, собственно, любовь она появилась, продолжилась и никак не угасает. Очень люблю японские часы, поскольку они за небольшие деньги дают действительно хорошее качество. А на этом я вам желаю отличного настроения, хороших часов за небольшие деньги. Всем спасибо, всем пока.